чтобы сберечь нашу общую память. Каждый год весной волонтеры Победы в рамках Месячника по благоустройству приводят в порядок воинские мемориалы, памятные знаки и места захоронений участников Великой Отечественной войны. Сегодня убирались на Аллее Славы, расположенной на городском кладбище, где похоронены ветераны, также сотрудники правоохранительных органов, вооруженных сил, погибшие при исполнении служебных обязанностей. Конечно, волонтеры обращают внимание на памятник со звездой. Мы очень часто видим, что, к сожалению, они заброшены, потому что уже и родственники ветеранов уже нету, либо многие куда-то переехали. И в первую очередь мы подходим к этим памятникам, чтобы их убрать. Это только старт всероссийских мероприятий. Буквально на следующей неделе мы начинаем Георгиевскую ленточку, диктант Победы. Потом у нас начинаются ключевые мероприятия, связанные с парадом Победы на площади Куйбышева. Ну и, конечно, это адресная помощь ветеранов. Волонтеры Победы убрали старую листву, подмели дорожки, очистили места захоронения от сорняков и другого мусора, помыли памятники. Для Дмитрия Таибова, учащегося Самарского колледжа, сегодняшний день – это дань уважения нашим ветеранам. Молодой человек признается, что таким образом он говорит им спасибо за мирное небо. После каждого мероприятия чувствую радость на душе, то, что люди благодарят, спасибо, то, что помогли, так-то, так-то. Это на душе как-то приятно становится. Принимают участие в среднике волонтеры серебряного возраста. Для них это вклад в патриотическое воспитание молодежи, а личный пример, как известно, самый лучший. Все делаем дружно. Во-вторых, делаем то, что нужно в первую очередь городу, области, людям. Делаем с душой, без всяких каких-то корыстных целей. И это приносит по-настоящему удовлетворение. Волонтеры рассказывают, когда памятники приведены в порядок, можно прочесть имена воинов, годы их жизни и задуматься об их нелегкой судьбе. Елена Чернявская, Константин Головин. События.